Здравствуйте, мои хорошие! Снова с вами магазин Lyuchi.ru. Ну вот мы и добрались до следующего нашего завода, компания Верона. Это у нас армянские ювелиры, есть у них еще немножко Таиланда, но в принципе это все армяне. Ручная работа, то есть все изделия, все камни вставляются в изделия, ой, не камни, вернее, все изделия делаются вручную, и есть в них некоторая такая, вот знаете, недоработанность, прямо аутентичность какая-то. Посмотрите, какой роскошный у меня рутиловый кварц, волосатик, вот такого не золотистого, как мы привыкли, а такого насыщенно-коричневого цвета. Достаточно хорошо, хорошее открытие, да, штифт порядка 6-7 миллиметров, видите, с тыльной стороны швенза приподнято, чтобы сережечка не заваливалась, хотя, в принципе, ну, совсем не тяжелая. И, конечно, здесь у нас, видите, идет работа по серебру, такая а-ля чеканка, элементы позолоты, камушки все без всяких вставок дополнительных, видите, без прокладочек. Сережки по весу у нас 9 грамм. С колечками немножко всегда сложнее, начали они делать более большие модели, но здесь вот пока все прям крошечные, скажем так. 17 размер колечка. Тоже здесь, видите, немножко на меандр похоже, да, такой греческий, но он стилизован вот в восточном стиле. И тоже шикарный волосатик. Два комплекта с принитом. Одно колечко уже уехало, остались сережки. И тоже 17 размер. Но принитик здесь для тех, кто любит, знаете, такие вот с вкраплениями, да, с элементами. Вот здесь они именно такие приняты, и к кольцу пока еще можно выбрать. Я вам сейчас поближе обе пары покажу, посмотрите. Хорошо подобраны камни здесь именно по насыщенности. Вот мы смотрели, где больше вкраплений, и сейчас посмотрим там, где их немного поменьше. Кстати, вот это надо потрогать. Вот видите, внешне видны следы роста, но вот я вожу по камню. Вот пальчиком ничего не цепляется, да? Вот такие приняты. И тоже уехали сережки, не успели записать. Красота, лабрадор. Лабрадор у них всегда очень хороший синевой. И здесь у нас размер 17,5. Ну, вот у меня плотненько так и наделся. У нас будет еще один комплект, тоже треугольный, так что можно там поиграться и сделать как бы микс из двух украшений. Заходите, мы ждем вас в нашем магазине. Всего вам самого-самого хорошего. И давайте будем держать себя в тонусе.